Урасяк делегации Уэнгта подсоха до Сархлова Гоглу и Таланима Бобера Куту и Цхимвала района Ирака в Брундуна полигон Уяра Стерце Дуа Миндуна Маза инвестицион программы ФЛГТ. Фала эксплуатации Малаверд Нирцет Бруна взорен комплекс Нкейней Уитхей. Гоглу и Талан Бонусан Куту Зарка Энеман Кава Гуаца Форст Оскуцо Кенен Семе полигон Скуса Аппет Гурахстей. В России Федерации экономикон Ройресте министра Хадивек Дмитрий Вольвач Невзбовер Тозарга Вохсрасте Джебрундуна Самал Кензесте Давайте мы тогда будем думать, как это решать, потому что очень важно, чтобы объект заработал. Инвестиции все сделаны, территория выделена, технология хранения там, захоронения соблюдена, но необходимо, чтобы была технология еще сортировки. Уйфаста инспекцию назал ДФЛГТ делегация отца Длинингора района Бабарек Куту и поселочи Сахдеккенен арестетте. Объект эксплуатации Малавердерце Дуэмин Ануда Самазе. То есть содержание, то есть по фонду что-то здесь, и по биологическим каким, вот этим, так скажем, массам, потому что перерабатывают полный цикл очистки составляет около от 25 до 27 грамм. Нет, ну это сделано все. Правильно, грамотно сделанный объект. Просто вопрос, что нету здесь, да, нету объемов, которые он мог бы перерабатывать и ассенизировать. Фелозаг мосты поселочи Урасок Скула Мадаруи Орастерце Дуа Минестеса Маза инвестицион программы ФЛГТМ делегации Уэнгтецем Дискоту и Скула и Овертем Ахурадуну Агдуны директор Сенс Орастат Чесалы экскурс Республикой Кухтарегад Амаважа Темфинен Кутта Ахурганинекте Амакуши Тенцефодет Тейс Уэдун. Век цифровизации, компьютеры. Там интерактивная доска, компьютер, принтер. Все и очень много литературы. Уважите базады старой гунды, ама бансан кутту и зарггаквы аппеттера разен цемей севелет тетингдерцем рискену и урсаговзаг ама культурами. Дартер делегации уэнгте баберек кутту и линингоры кейлаг берзунтхе хунбеген уазен завод. Аппет гурахстай завод кусун райдетта фарун, хэпчин продукции уазенен, дзеис алы уавертедер. Она поступает в 3000 метров, и мы считаем, что это станет уникальным таким составляющим в нашем юго-осетинском пивоварении. У нас издревле вообще пиво, и вы, наверное, знаете, когда у нас религиозные праздники, основной наш божественный напиток – это пиво, поэтому мы в него вкладываем душу и делаем самое честное, красивое пиво, красивый продукт. На проект, на высокогорную кельтскую пивоварню работает более 50 человек. У нас маркетологи, отделы продаж находятся в Москве, кто занимается таможенным оформлением, у нас отдел во Владикавказе, ну и здесь на месте человек 30, который занимается именно производственными вопросами. Заводу Уодзенс Артеху Забегене, кури розме фцохот кундод я продукция орвста у России Федерациями. Вот первую партию более 50 тысяч бутылок, но две фуры поставили в Москву, а из Москвы уже в разные точки. Мы уже не раз представляли нашу продукцию на выставках в Российской Федерации. Недавно вот наш президент нас лично посетил, когда мы представляли впервые на Продэкспо нашу продукцию. И после этого еще была выставка в Сочи. Поэтому самые разные рынки. У нас договоренности с федеральными сетями есть, и с локальными торговыми точками. Фиденома зову дефенсенс лимонавте минералун аменуазен дун уазендер. Биазарте стейла мидуэтеринат кусратта Тамирлан Кумеритат Фатима информацион рауах дабун.